Всем привет, с вами Мази Роботов Трансформеров, и сегодня у нас на обзоре модель трансформера Drift из серии моделей Edge of Extinction 2014 год. Модель выполнена в Deluxe классе. Данный трансформер трансформируется в Bugatti Veyron. Это самый быстрый спортивный автомобиль. Он представлен у нас как фанат японских доспехов, своеобразный такой самурай с клинками. Два миниатюрных у него за спиной и два больших в руках, можно сказать, катана и танто или вакизаши. Красивая модель. Я думаю, вы со мной согласитесь. Давайте проверим, есть ли у него white piping. Да, как красиво светятся синие глаза. Лайпайпинг ему сделали на славу. Так, ну давайте рассмотрим все клинки поближе еще раз. Их аккуратно извлечем и присмотримся. Два маленьких. И два больших. Да. Интересные клинки. Давайте их в сторону пока отложим. Подвижность попробуем понять. Голова у него вращается на 360 градусов. Это хорошо. Рука также вращается, поднимается, сгибается в локте и может поворачиваться. Кисть не вращается, но может чуть-чуть двигаться из стороны в сторону. Ногу можно, ну, если ее немножко поворачивать, то можно поднять вперед. Что назад? Назад частично здесь мешается корпус. Верхняя часть автомобиля, поэтому назад поворачивается немного. Колено также небольшое. Ступня может немножко ходить вперед-назад. Хорошо, давайте теперь поймем ее трансформацию. Ведь чем интересны трансформеры? Именно трансформацией. Для этого мы откладываем эту часть. Сюда присоединяем клинки. Они идут вперед. И прячем сюда голову. Голова ушла. Отгибаем грудную пластину, грудную броню. Она становится частью бампера Bugatti. Руки делаем прямо. Тут можно немножко отогнуть в стороны. И теперь приступаем к ногам. Ноги складываем и выравниваем. Можно сказать, что нам надо отогнуть вот эту часть сюда, опустить и соединить. Ноги готовы. Смыкаем. Затем прижимаем. Так, рано прижимать. Рано прижимать. Нам надо сначала повернуть эту часть вперед. Вывернуть. Да, вот здесь я не добрался до пыли. Основной и важной задачей проведения обзоров — это не только рассказать о трансформере, но и почистить его от пыли, потому что большую часть времени они находятся в выставочных витринах и с удовольствием поглощают огромное количество пыли в себя, на себя. Это просто бесконечное количество пыли. Соединяем руки, корпус, выравниваем, все становится ровно, и вот эту часть мы заводим под спойлер, вот под этот, под черный, и прижимаем, вставляем полностью. Вот наш Bugatti Veyron. И клинки можно присоединить. Снизу здесь есть специальное место для этого. Они встают достаточно плотно и надежно. Может ездить. Давайте рассмотрим невероятную модель спортивного автомобиля.
Я, конечно, не фанат Бугатти, но я бы, наверное, с удовольствием прокатился на таком автомобиле. В качестве водителя или даже пассажира. Просто, чтобы понять, что она из себя представляет как спортивный автомобиль. Вот такой вот дрифт был придуман, сконструирован и выпущен в 2014 году. Сейчас главное сложить вот эту часть внутрь, потому что только здесь она заворачивается как следует. Поворачиваем, вот можно немножко вперед сделать, далее опускаем эту часть и поднимаем голову вперед. Здесь нам нужно отогнуть вот этот элемент, он будет выступать коннектором для соединения рюкзака спины у трансформера. Отгибаем сюда, поворачиваем, и она фиксируется, получается, таким образом, не отгибаясь назад. Берем его клинки, и наш кибертронский мечник во всей своей боевой красе представлен вашему вниманию. Надеюсь, было интересно познакомиться с этой моделью. Подписывайтесь к нам на канал, ставьте лайки, приезжайте в музей, и до скорых встреч!